Наша комната, которую мы вчера сняли за 300 рупий с Wi-Fi. Wi-Fi, в принципе, неплохой. Относительно, по крайней мере. Вот, надо не забыть эту штучку. Сейчас мы вам еще раз покажем данную комнату. Вот такой вот переходничок мы с собой носим на 3 розетки. Он разломался, правда, но еще работает. Главное, чтобы не убило током. Вот так вот выглядит, еще раз покажу. Наша квартира. За 300 рупий, в принципе, 300 рупий, во-первых, это недорого, это где-то 4 доллара, вот, для такой квартиры. Учитывая, что мы пришли сразу с сумками, у нас хватит попавшийся человек, так что, в принципе, это недорого. В других городах мы снимали, практически во всех городах мы снимали достаточно дороже. Вот такой вот тут туалет. Вода, кстати, тут очень жарко, около 40 градусов, наверное, в этом городе. И поэтому вода в кране примерно минус 40 градусов. То есть фактически холодной воды нету. Есть теплая вода, скажем так, в принципе, практически горячая. Вот, при этом, как ни странно, два душа. Непонятно зачем. Так все вроде относительно красиво. Грязное стекло. Вот тут вот можно стирать, можно еще что-то делать. В общем, большое ведро. Такой маленький умывальничек. Вот мы с Габриэль. И сегодня мы поедем искать другое жилье. Так как у нас получилось снять эту квартиру вчера, так мы ее сняли, чтобы зря не терять деньги, время, силы. Мы оставим тут, вот у хозяйки этого номера, у хозяйки вот этого гестхауса, наши оба рюкзака больших. Возьмем с собой два маленьких рюкзака. Сегодня будем бегать с ними, найдем гестхаус, который нам порекомендовали позавчера наши друзья в Гакарне. Вот, эти оставим два рюкзака тут и заберем их вечером, если мы найдем что-то другое. Если мы ничего не найдем, мы просто эти рюкзаки затащим назад в эту комнату или в другую уже какую-то. И, собственно, будем тогда 3 дня тут.